И для того, чтобы преобразовать, то есть сделать нашу страну действительно демократичной, нужны действительно люди, которые могут это сделать. И поэтому вот в этой партии, почему я говорю, это действительно оппозиционные, потому что здесь действительно очень многих людей я знаю лично. Это активисты, которые всегда выходят на митинги, которые пишут посты, которые выступают в Европарламенте, которые сидели, просто сидели из-за того, что они кто-то там лайк поставил, кто-то в какую-то партию вступил, которая будто бы экстремистская. Все оппозиционные партии, если взять, которые включили к экстремистам, они не сломали ни одну лавку, ни одно дерево, ну и так далее.